Всем привет! С вами я, Александр Сычков. И в этом видео я буду есть самые жгучие перцы вообще самые такие крутые перцы. Что для этого мне нужно? Я использовать буду вот такие вот печенья, крекеры. Такие вот печенья, там вот 4 штуки, это 4 у нас перцы, то есть просто приправой они сделаны, то есть такого нет, чтобы они там были прям накиданы. Это все приправа, так что я не знаю, как это будет, это похоже что-то на чипсы, я никогда этого не пробовал, чего-то такого острого. Там как чуть-чуть остался, ладно. Итак, у меня есть телефончик, в котором написано вообще какие в этих печеньях, какие вообще сделанные перцы, которые я сейчас буду есть. Итак, первый перец, это вот это вот. Перцы я делал сам, точнее не перцы, а вот это вот печенье. Вот первое, вот это вот печенька, это у нас перец тринидадский скорпион. Ребят, вы не поверите, но на нем так мало приправы этой. Именно на нем. Здесь вам видно, то что у меня еще здесь 3 есть. Ладно. И как вы заметили, на моем столе, кроме телефона и этой тарелки, больше ничего нет, значит воды сегодня не будет. Так. Окей. Это реально, наверное, что-то будет крутое, потому что я никогда такие острые перцы не ел. Ладно. Хрен его знает. Так. Раз, два, три. Я нифига не чувствую. Ничего. Вообще ничего. Странно. Офигеть. Воды нету. Блин. Да, это жгучая хрень. Блин. Извиняюсь, ребят. Вообще, это нереально съесть. Просто нереально. И типа, зачем я вообще это придумал? Вообще жгучая такая штука. Вначале нифига, а вот потом вот начинается. Даже сейчас еще жгучая хрень вообще во рту. Ну вот приправа, чувствуется какой-то барбекю и блин. Что теперь делать? Вообще. Короче, это типа барбекю, что-то там, не знаю, что-то такое вот. Какие-то приправы. То ли паприка какая-то, то ли. Не знаю, теперь мне все во рту. Так, я сейчас у меня снимаю. Потому что второго я такого не повторю. Нормально в целом. Так. И второе, то, что у нас здесь есть. Так. Что-то странно, мы с телефоном тут. Так. Подождите. 5 секунд, подождите, пожалуйста. Просто я сейчас уже не могу. У меня после первой печеньки уже все. То есть все вот эти вот перцы, блин, вообще смешались. Офигеть. Нет, все, у меня что-то телефон не стал работать. Сайт не показывает. И что теперь делать? А, вот все. Все теперь работает. Так. Вроде нормально теперь стало. Итак, второй нашей штуки. Это у нас
вот эта вот штука, тут тоже мало ингредиентов, но я так думаю, что там что-то будет другое совсем. Вот. Вторая наша печенька, если я не ошибаюсь. Вроде все отошло. Так, это Нага Джолия. Не знаю, как правильно читается, но вот именно так. И давайте мы ее сейчас съедим. Блин, ничего себе будет. После первой я уже не мог. Сейчас вот это вот... Что будет в этой, я не знаю, потому что... Я еще не договорил, а уже ем. Блин, прям сразу. Блин, офигеть. Никогда не повторяйте этого. Я больше не съем, наверное. Это ужасно. Не повторяйте этого, ребята. Это правда. Это что-то нереальное. Но это вроде полегче немного. Да. О, блин, вообще. Я не знаю, что они там добавили. Но это точно какие-то совсем другие перцы. Так. Ладно. Приступаем к третьей сразу. Ладно, давайте закончим побыстрее все. Так, вам, наверное, уже знакомый. Вот он. Перец хабанера. Сегодня вот у нас он будет. Блин. Тут ингредиентов, наверное, там хрен знает, что будет. Называть что-то ингредиенты уже не могу. Это реально, что сейчас будет, я не знаю просто. Пока что ничего. Немного только. Может, я привык уже? Нет. Офигеть. Это невозможно. Почему я не взял воду? Надо было с водой этот эксперимент делать. Я не могу, ребят. Капец. Ладно, продолжаем. Это у нас, короче, это у нас перец, шотландская шапочка. Я не знаю, если вот эти вот три были ненормальные, то что будет с нашим четвертым, вот этим перцем, я не знаю. Так что давайте быстро его съедим и все, закончим. Я уже не могу, потому что... А это какой-то непонятный вкус. Какой-то сладко-соленый какой-то. Зря я его съел. Опять. Кипец. Это нереально. Так, ладно, попробую сейчас сказать последние мои слова. И все, надо бежать на воду еще. Потому что это реально очень что-то жгучее, офигеть. Зря я их начал есть, наверное. Вообще нереально. Окей. Это был наш последний перец. Хабанера, ой нет, шотландская шапочка. Интересно, сколько они теперь будут у меня там во рту еще там жгучиться, блин. Ладно, в общем, всем спасибо за просмотр.
С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Лубас. Пишите комментарии под видео. И я даже не могу сказать уже все. Я побежал. Всем удачи и всем пока.